Сегодня днем природный пожар перекинулся на поселок Тихомировский Чулымского района. Спасателям удалось потушить огонь. Сгорели 3 нежилых строения. Жилые дома остались в безопасности. Добавлю, что особый противопожарный режим уже действует в нескольких районах области. В 9 районах он был введен либо полностью, либо частично. Но все равно в выходные дни было очень большое количество пожаров. Только за воскресенье их было 8. Всего за неделю прошло 33 пожара. Наиболее критическая ситуация была в Чулымском и Каргатском районах. В Министерстве природных ресурсов говорят, в этот раз основная причина возгорания не хозяйственные палы, а костры, которые разводят охотники и рыбаки. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погоды, дожди помогут пожарным потушить горящие леса. Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Травников распорядился выявить виновных в поджогах. Вы выявите, пожалуйста, вот явные случаи, где виновность. Хорошо. Налицо, и подготовьте мне материалы, я за своим письмом направлю в правоохранительные органы и буду отслеживать, как идет расследование и привлечение к ответственности.